Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Европу Универсалис 4. Замин, дополнение искусства войны. Так, почему я включился в этот момент? В принципе, во-первых, у нас заканчивается вестернизация. Мою, этого года. Дальше, тут Корчин решил скушать Эжень. Придется, наверное, мне Жень делать своим вассалом и откармливать за счет Корчина. Также тимуриды решили принять западный образ жизни. Видите, у них начались восстания по стране. Я решил этим моментом воспользоваться и подтянуть свои силы. Так, Корея нет, Динбра пока нет. Сейчас стягиваю все. О! Конец Поднеместной империи. После вестернизации придворные фракции лишили своей власти, и наш император теперь держит все под своим контролем. Феодальная монархия, рекруты и доход от вассалов. Наемников нет. Так. Сколько она стоит? 155 обмен очков. Скидочка, да? 348. Сколько у нас плюс национальный фокус съедает немножко, но... Но-но-но. Так, 20. А чё ж так много? Что у нас? Лимит, а лимит подупал еще, блин. Ух ты ж. Инфляция такая большая. Охренеть, содержание армии 122. Две монеты. Да, разница большая. Но может автономия? У нас все-таки же автономия должна понижаться. Дети. Автономии должны снижаться. Ангкор. А ну давайте глянем. Быстренько. Ангкор это вот тут. Так. Недавнее восстание, да, подавил 25. Надо десяточку искать какую-то. В 705-м. Можно будет снизить. Блин. Админку бы. Но админочки нам нужны. Эффективность торговли. Давайте пока возьмем на дипочки. Эффективность торговли поднимем. Может еще админку возьмем. Так. Хорошо. Банжар. До города. Живых спасительцев на Сибирь 25 военных очков. Сибирь. Что мы потеряли тут? А, не, мы сейчас сделаем на Сибирь. Отлично как раз. Сейчас еще. Да, Коми. Вот, блин. Да, я забыл, тут у меня повстанцы немножко. Реакционеры. Так, что это мне открывается? О, у меня открылось. Так, внутреннее совершенство. Стоимость зданий. Плюс 50% пропало. Доход от налогов минус 25%. О, пропало. Глобальное торговое влияние минус 25% пропало. Скорость восстановления рекрутов минус 25% пропало.
Лимит армии минус 25% пропал. Так, стоимость советников плюс 50% пропала. Заметники, дисциплина минус 10% пропала. Шанс наследника 25% пропал. Отношения, необоснованные требования плюс 25% пропало. Отлично. Так, значит, у нас тут открылась Африка, тут Португалия, тут Испания уже заселяет. Мадагаскар. Так, а вот тут. Да, тут испанцы. Племена еще есть, ацтеки. Мы видели. Так, Флорида, британская Луизиана. Голландия уже туда залезла, и чуть Франции. Я так понял, да? Да, это все пооткрывалось нам тут. В принципе, хорошо. Ну и тут пооткрывалось. Ох, только вот тех земель нам, конечно, немного. Мы можем туда доплыть, но это уже не так важно. Так, хорошо. Советники. Какие мне доступны? Так, плюс 60 доход. Давай национальные беспорядки. Снизим, может. Еще на минус 3. Нужно здание строить. Ну ладно, это так, разберемся. Так, Сиар предлагает Виджа, военный союз. А вот с Виджей Сиаком мне союз нахер не нужен. А вот с Виджей союз не помешал бы, честно говоря, на первое время против тимуридов. Согласюсь. Так, значит, у нас еще есть одна ячейка. Это будет на Эжень, наверное. О, сам выделился. У них союз с Арисой. Гуке вылезла сюда. Так, и... Так, армия наша тут. Ну, давай, давай. Разбей противника. В принципе, может админки пока потратить немножко на производство. Плантации нужно будет потом строить. Все равно будем еще воевать. Сколько нужно? 2000. Что тут? 300 человек. Перейдут. Так, есть, на Сибирь сделали. Создать достойный флот. 75% лимита флота. Разгромить повстанцев. Престиж поднимется. Нет, Ньямбане, какая-то провинция. Где это такое дурацкое название? Ведь Бруней воюет с Тидуре. Так. Где это такая провинция Ньямбане? Может, это... Якутия. Ну тут вроде бы такие нормальные названия. Или меня куда-то кидает.
куда-то кидаю, где-то сюда. В Африку. А нафиг она мне надо сейчас, это Африка. Завербовать каперов. Но сейчас у нас и торговля, если так, по идее, должна вырасти. Сейчас посмотрим. Так, тут армии идут. Так. Ребята придут 17 августа. Есть. Тут провинция. Еще одни очки тратятся. Так, есть колонист. Генбрак не нужен нам. Так. Что дальше занимать? Думаю, вот эту провинцию занимать. Ничего не выдумывать. И отправляем наш флот сюда. Будем перебрасывать наши силы. Так, хорошо. Тогда вопрос по автономии. 28. 29. Может, снизим автономию? О, нормально уже снижается. Так. Видите, сама снижается. У нас есть там идейка, что автономия сама ходит. О, тут можно снизить. Не будем сильно разгоняться. Ух ты, какая у нас прибыль. 125 монет. Это ж охренеть как много. Так, и лимит армии у нас есть, да? Значит, можно... Вот эта армия куда идет? Вот сюда. Тут создать полк артиллерии. Так, вот эта армия перешла. Эти ребята, значит, вот сюда. Как быстрее. Дипломата свободно. Хорошо. Значит, наезжаем, делаем претензии. На Сахалин есть. Сделаем на Сахалин, пусть будет. Дальше на Айнов можно. У нас перемирие пока. На Гуге сделать претензию. Только не знаю, с кем они дружат. Да ни с кем. Можно было бы их скушать по-быстрому. В принципе, нет на что фабриковать. Сейчас прибежит наша армия. Вот, блин. Вот, тут французы влезли. Но на Рим потеряли. Или на дым. Какую-то провинцию мы потеряли права. Так, что тимуриды? Ну, видите, восстание у них. Такие присутствуют. Так, та армия идет. Так, и эта армия идет. Ну, давай пока, может, вот эта армия пойдет сюда.
Не будем выдумывать велосипед. Вот этот сюда, командующий. И вот сюда командующего поставлю. Так, по командующему у нас по военным традициям, блин, во время эстернизации немножко ударил комп нам. Зараза. Так, что там еще Никарагуа открылась. Вот еще не доплыл, да? Сейчас доплывет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять провинций забрал себе Корчин. Значит, Ажень наша будет будущая колония. Точнее, вассал. Так, кстати, нам бы флот обновить, да? Не мешало бы. Бурбон. Ну, тут тоже бриташки сидят. Бутон, конечно, не дешево национализировать. Сколько тут стоит? 954. Это ранние фрегаты. Каравеллы еще есть. Каравеллы надо будет обновить. Тоже флоты. Идет. Пойдет она вот, вот. Ой. Пойдет она вот так вот. Вот так вот так. Калифорнийский залив. Создадим пару наемников, и они будут осаждать Сибирь. Так, хорошо. Сохраняемся. И нападаем на тимуритов. Так, объявляем у них союз с Тунисом. А, насрать. А можно объявить войну. Видж откажется, да? Отдаленная война. А если на этих согласиться. Так, Ирак еще вступит. Ну, Ирак это ерунда. Так, за какую мы провинцию будем воевать? За провинцию или? Без разницы. Скинем скорость. Так, о, флот может этот вот тут высадить войска. Потом пойти на обновление. Виджа вступит, нападет. Так, хорошо, все соблюли. Вассалам задание. Так, осады. Пусть будет. Так, и начинаем наступление. Так, тут степи, степи. Сейчас будем продвигаться.
Так, 15-25 января, пока подождем. Чем рядов там непростые времена. Мы еще им подсобим. Как хорошие соседи. Банджар. Новая колония, да? Так, Харат отправляем. Нашего красителя Банджар, это где? Где-то... А, тут еще. 6000. Давай пару наемников. Может не наемников, может обычной пехоты. Еще пару сделаем. Странно, почему у нас подразделения не поменялись? Вестерн приняли ж. Интересно. Чё так? Так, вот так идешь, заходишь сюда. Так, товар не на подходе. Так, тут 2000. 1000 есть, идет в Сибирь. Еще открытия всякие происходят. Дипломат вернулся. Кстати, флотилия, флотилия. Так, меня интересует здание. На флот вот есть. На флот я плыву сюда. Пока. И будем наш флот переделывать. Осада снята. Мы сможем продолжить нашу колонизацию. Так, Виджи тут наступает. Молодцы. А если через Яркент объявлять войну, то они бы считали, что это отдаленная война и тому подобное. Так, вот наши войска идут, и они пойдут на Рим. Нужно в Тобыкты зайти. Зря вы бьете афганских националистов. Очень даже зря. Так, бедствие еще не пошло. Так. Где это? Сам Пит. Национализируем, загоним нашу армию сюда. Так, и вот сюда отправим колониста.
пусть будет там. Так, какое у нас задание? А, мы не можем выбрать задание пока что. Ай, фиг на него. Так. Так, свирепость туземцев подупала. Это хорошо. Ну вот видите, 2700 прирост рекрутов, а не 1000, как у нас было. Это все-таки же лучше. Так. Воентех. Уровень тактики плюс. Лимит снабжения. Военная академия. Наверное, возьму. Уровень тактики. Пусть будет. Сейчас пока войска не будем обновлять. Можно, в принципе, в ТБКТ перейти. Кстати, какой у нас король? Глупенький, честно говоря. И что можно его поставить командующим? Вот сюда, на осаду. Осады, конечно, у него ноль, но... все же. Это лучше, чем ничего. Так, в Сибири. Ах ты ж, блин. Зараза. Реакционеры. Ну, пусть они там захватывают. Или захвачен. Мы тогда пойдем дальше. Раз такое дело, кстати, и создать достойный флот, воин, морские традиции увеличатся, а личуха. Если я личуху захватить, 15 обмен очков, да? Создать достойный флот, 75 от лимита. Какой у нас лимит? 300. Хо-хо. Лимит. Деньги у нас просто шикарно летят. Плюс. Так, корабли. Надо ранние фрегаты строить. Чтобы были. Так. Личука. Пусть будет. Сделаем сюда. Тут есть претензия. Так. И флотец. Я хочу немножко улучшить. Пусть улучшается. Денег хватает. Так. Легитимность. Так, админка лучше. Легитимность нельзя нам терять. В данный момент. Максимум 330 тысяч рекрутов. Вовремя купили корабли. Так, переходим в провинцию Чуй. Видишь, работает во все. Кучу взяли. Идем дальше. Кашгар пусть берут, наверное. Цель поставим Аюти. Ави, то есть. Я забыл, Аюти уже нет.
Так, а сколько войск у тимуритов? Да не густо у них, видите. Ну, у них стабильность минус 3. Мы еще им помогаем войной своей. Так, чтобы они не вестернизировались. Зачем нам под боком сильный противник? Пусть они остаются отсталыми. Так, вот сам. Надо его съесть. Не морочится. Еще раз сам можно съесть. Очень. Сфабрикуем претензии еще на провинции кое-что. Хатанзита. Так, идем в Яркент. Сильно не вырываюсь вперед, потому что все может быть, знаете. В принципе, противник не пройдет, а тут по этим. Так, тут взяли. Идем дальше. Можно, в принципе, разделить. Так, Тубыкты взяли. Ну, там не страшно. Там у нас будет вассал. Так, построить что-то интересное. Военная академия. Генерал без содержания, изменение военных традиций. Вот это надо. В Пекине. Просто обязательно. И, наверное, морскую мануфактуру бахнуть, что ли. Пусть будет. Пригодится. Жаль, что нам не дали западный тип войск. Но я что-то там такое слышал, что там типа, ну это какой-то бред. Нарвем взят. Мы пройдем вот так, возьмем еще вот эту провинцию. Так, тут Виджи работает. Молодцы. Что там тимуриды? Войск у них не густо. Так, тут армия стоит. Так. Иди, когда вы будете доступны? На 14 уровне. Ну вот скоро 14 уровень будем идею брать. Форт отстраивается. Кстати, тут ранние фрегаты, да? Так, вот тут уже построились кораблики. Сейчас выйдем сюда. И отправим торговать в 82% от 69%, да? В Гуандун. Больше было у нас прибыли. Так, тут тимуриды немножко бегают с Ираком. Все-таки я правильное время выбрал для нападения на противника. Так, и вот этот флот, он торгует в Пекине. Сейчас мы его пока остановим и тоже обновим.
Так, Алксу. Взяли. Надо направить армию куда-то сюда. А может сюда? Ладно, пусть пока идут сюда, там разберемся. Так, еще чуть захватили. Идем дальше. Противник отступает. Так, вот, чаек нам будет еще производить. Тарас взят. Может взять каких-то советников получше, чтобы больше очков давали. Вот тип. В тему шпионов нафиг надо. Постоянный прирост отношений. Вот возьмем получше. Подороже. Дисциплина плюс 5%. Ну, в принципе, нормально. Тян боевой дух был еще. Боевой дух армии. Тоже неплохая штука. Советник, но как есть. О, не пал, распался. Так, тут взяли. Идем дальше. Так, есть. Станем тут. О, Казань дала проход. Да, дала проход. Скотина. Так, тут взяли. Сейчас мы пойдем вот так вот. Сузак. Повстанцы захватили. Так, мы взяли. А чё так нас тут мало? Как будто мы с кем-то сражались. Я как-то не заметил. Странно. Куда я смотрел? Ай, на месте кли сроки перемирия. Так. Ересь. Не, менять курс мы не будем. Так, что у нас по автономиям сейчас? Смотрите. Даже и снижать автономии не надо. Они сами падают. Соответственно, у нас растет прибыль без всяких снижений. Ну и рекруты растут. Там мы еще не на полную силу вышли, как говорится. Так, тут взяли. Ну, думаю, тимуриды в этот раз нам побольше отдадут. Зачем вы сюда идете? Не надо мне помощи. Ага. Там все всякие замесы идут. Так, я думаю, вот эти 20 тысяч пока перегнать. Ух ты ж. Вот сюда.
атаковать противника. По-быстрому. Тут националисты сейчас пытаются отбить территорию. А ну, покажите нам этих ребят. И наших покажите. Ну, такие с ружьями, пацаны. Так, ну, Цанг получили повод. Давай еще на Самск клепанем. Пусть будет. Так, Ариса. Тертух. Где тут? Терхат, наверное, вот это он. Терхут. Так, еще провинцию обратили. Так. Давай на Бруней склепаем претензию. Киндал. Давай на Бантен, пусть будет. Какая разница. Так, выбран соперник. Кстати, а мы соперников еще можем выбрать? Так, в Ташкент нужно, наверное, идти, да? По идее. Мы можем даже менять уже. Административная монархия. Изменение автономии еще больше. Тут еще больше изменений. Легитимность, установление рекрутов, конституционная монархия. Правых признаний культуры еще больше. Ух ты ж, вот это посвященный абсолютизм еще лучше. Когда можно будет его? Ах ты, блин. Не скоро. У нас и так, в принципе, скидка идет. Ну, ух ты ж. Кто пришел к нам? Ну, давай тут наемников пару отрядов возьмем. Надо одну армию отправить будет назад. Разобраться с этими ребятами. Так, вот эту. Так, есть генерал, да? Свободный. Как раз осадный еще. Так, и осаждаем дальше. Так, отлично. Кто вас взят? Перейдем вот так и займем вот эту предмышленную. Так. Тут вход торговать в Пекин. Хотя там и так нормально в Пекине. Так, тут взяли.
Так, давай-ка снимем правителя отсюда. Так, наверное, пойдем вот так вот. Займем вот эту провинцию. Так, а вот сюда поставим командующего нашего правителя, и пусть он идет сюда аж. Я фото, может, и быстрее было бы. Так, тут вот улучшили. Так, давай заходим сюда. Будем улучшать вот этот вход. Поставим торговать в Ханчжоу. Больше себе перетягивать торгового влияния. Вот, повстанцы, претенденты. Так, отлично, тут разбили. И эта армия идет сюда. Идет пока сюда. Это засадный генерал. Классный. Так, неплохо захватываем. А может, вот эту армию, знаете куда? Вот сюда загнать. И тут зайти. Вон армия вражеская в Хиву идет, да? Так, стоп, стоп, стоп. Раз такое дело. Что у нас за засушливые земли? Много. Так, ускоренный марш, идем сюда. Через Кизилкуму вот так вот. С 1 марта. Передумали, да? Доступна админка, да? Ладно, немножко уже подождем. Так, тут взяли. Везде сложный рельеф. Сам высализировала риса. Ну, она это ожидалось, в принципе, она готовится съесть то, что осталось от Непала. Так, Сиак ни с кем не воюет. Бруней скушал, да? Тидоры. Ладно, мы скушаем Бруней. Интересно, захватит, не захватит? Не захватили, должны дойти. Вон за тимуридами погнались. Долго брали эту провинцию. А ничего, идем дальше. Так, что мы можем еще такое интересное построить? Так, Синамут, почтовая станция.
Надо бы, может, поместье где-то построить, но это военную мануфактуру. Бах, где-то есть дорогие места. Так, этой армией можно стать вот тут. Осаждать так само. Что? Тимуриды. Так интересно, на что они соглашаются? Висят дипочков. Так, унижение никому не надо. А выплата репараций. Вернуть нас справа. Не надо. Новые державы. Кашмир можно выделить. Хиву, Айратов. Так, вот я хотел бы что-то позабирать себе. Вот это и вот это, еще даже Сибирь. Не хотят, да? Так, вот это. Так, ладно. Раз так. Будем их еще дожимать. Так, Хиву взяли. Тут мы разбили противника. И поставим нашу армию сразу же вот тут. Будем нападать на Эжень. Так, Хива взята. Ну, давай берем дальше. Каракум и тому подобное. Урожайный год. Рекруты. Да, таких у меня подарков не было, пока мы были китайской техгруппе. Так, а в Европе какая-то война ведется? Великобритания воевала много. Ну, это такое. В принципе, уже вышли на столицу вражескую. Большой должен быть счет. 24, видите, процента. Все возьмем ее. Ну, возьмем. Вкус времени просто. Самарканд. И оставим их с их проблемами. Так, сколько у нас прибыли? Ну, идет прибыль. И падает автономия, конечно же. Да, классно. Можно снизить. Если что, хавать не буду. Вот тут можно снизить. И тут. Вот так, в принципе, нормально. Понтяк. Что-то знакомое. Это паупа. А, вот Понтиак. Тут я подавлял восстание. Можно снизить. Будет больше дохода. Провинции. О, это Гуге доедает. Не, это Бутан, по-моему. Вот. Вот Бутан. Ну ладно, пожалуй, я и закончу серию. Продолжим уже в следующей доедать тимуридов. Потом следующая цель завассалить Эжень и откормить за счет Корчина.
а потом напасть на айнов, отдать уже Японии все эти земли, а потом перекинуться сюда. Я бы хотел, конечно, завассалить Малакку, но она, видите, много тут провинций у них еще. Ну, посмотрим. Может, с Брунеем повоюю, может, нападу на Ассам и Арису. Вот есть варианты, короче говоря. Главное, тимуридов разобьем. Можно будет еще с Россией повоевать, если что. И с кем союз? С Тверью и Пермь. Ну, вообще. Можно сюда продвигаться, с Казанью повоевать. Хотя у них союз с Виджей. Кандар. Кандар. Это где? Это где это такое? А, вот это. Ну, сильная держава, наверное. Разберемся, короче. А пока всем спасибо за просмотр и до встречи в следующей серии. Всем пока.